Братья и сестры, я вас приветствую. Не все люди любят советоваться, а некоторые советуются лишь для того, чтобы подтвердить самому себе то, что он уже решил. В Библии есть одна книга, книга мудрости, это книга притчи, где очень много советов. Даже сам Соломон, который написал эту книгу, в 13 главе 10 стихом записал, что «у советующихся мудрость». Но для верующих людей это не просто советы от Соломона, а слово от Бога. Мы знаем, что Библия, все Писание – это Боговдухновенно, то есть написано по вдохновению от Бога. Люди, писавшие Слово Божие, Библию, они получали эти слова от Бога. Поэтому для нас это не просто совет, не просто хорошее научение для того, чтобы нам правильно поступать в жизни, в каких-то делах. Но мы понимаем, что это Господь оставил свое слово, мы принимаем его как водительство для нашей жизни от Бога. И поэтому я предлагаю прочитать из книги «Притчи» два стиха, и мы порассуждаем. Книга «Притчи», 3 глава, 5 и 6 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Человеческий разум всегда занят тем, что мы о чем-то думаем. Соответственно, что-то из того, о чем мы думаем, мы воплощаем в жизни. Если быть честными с самим собой, то полагаться на разум – это, в принципе, естественно. Мы всегда полагаемся на свой разум. Если вам предстоит, например, куда-то дорога, вас пригласили в гости в неизвестное место, конечно же, вы перед тем, как поехать, вы узнаете маршрут, или вы воспользуетесь навигацией, или вы узнаете, как туда проехать. Никто не делает так. Помолился, сел за руль, Господи, куда приеду? И поехали. Вы полагаетесь на разум, это нормально. В 5 стихе еврейское слово «бина», переведенное как «разум», означает «свое мнение». «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на свое мнение». Конечно же, мы должны думать, и наши поступки должны, и решения должны исходить из здравого смысла. Если вы бухгалтер на работе, конечно же, вы должны полагаться на свои знания, чему вас учили, чтобы вы правильно вели эту работу. Но Бог учит нас основываться не на собственном мнении, а на Слове Божьем. Это более глубокое значение, более глубокий смысл. Имеется в виду основание нашей веры, тому, что хочет от нас Бог, как нам жизнь нашу устраивать. Здесь не идет речь о мнении, какой вам чай больше нравится, черный или зеленый. Нет. С самого рождения мы подвергаемся влиянию, то есть начиная от нашей семьи, от нашего общества, от культуры, в которой мы живем. И под этим влиянием у нас формируется собственное мнение. И, скорее всего, мы основываемся на своем мнении чаще, чем на Слове Божьем, даже в очень важных вопросах. Во-первых, разум человека поражен грехом. И непросвещенный Словом Божьим, Божьим откровением, он не способен прийти к познанию истины. Во-вторых, мы очень хорошо доверяем себе, поэтому ставить под сомнение собственные решения – это очень трудная задача. Но Соломон этому и учит. Он говорит: «Поставь Слово Божие выше своего мнения». «Надейся на Господа всем сердцем» – это прежде всего считать авторитетом Библию. Библия для нас должна быть более выше авторитетом, чем то, что мы знаем, наши знания, которые у нас накопились. Мы должны всегда сверяться. Ага, как я понимаю, соответствует ли мое понимание Слову Божьему? Мы должны дать Господу возможность через Библию формировать нас. В 6 стихе написано «познавай Его». То есть это процесс. Это значит, что прилагать усилия, чтобы изучать Библию. Изучая Писание, мы познаем Бога. Как следствие, познавая Бога, Он будет направлять нас на правильные пути. Надеяться на Бога с полным доверием – это как пример есть, когда ребенка вы ставите куда-то маленького и говорите: «Прыгай к отцу в руки». Он, не задумываясь, прыгает. Он знает, что папа словит, ничего с ним не случится. Наша надежда на Бога точно так же упасть в руки Небесного Отца. И Иеремия пишет, 17 глава, 7 стих. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». Здесь он использует два слова. «Надеется»
и уповает. Упование – это более твердая надежда. Надеяться с верой. Есть люди, которые говорят, ну я надеюсь, у них не хватает веры. Ну может быть, да, я надеюсь. А когда мы говорим, я надеюсь твердо с упованием, это я знаю, что так и будет. Если Господь сказал, я приду во второй раз, это точно Он придет. Мы ожидаем, мы надеемся на встречу с Господом с верой. Если Господь сказал, что возмездие за грех – смерть, так оно и будет. Человек, не принявший Иисуса Христа, живущий во грехе, умрет. Однажды он пойдет в погибель, потому что так сказал Господь. Есть такая пословица, она неправильная, славянская. «Надейся на Бога, а сам не плашай». Здесь нет никакой надежды. То есть человек больше полагается на себя, Бог у него где-то за спиной. Надеяться на Бога – это понимать полную зависимость от Него и Его Слово считать руководством своей жизни. Это принятие той истины, братья и сестры, что здесь мы временны. Наше стремление быть с Богом в вечности. Почему? Потому что даже апостол Павел пишет 1 Коринфянам 15 глава 19 стих. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». В то время, когда он писал эти слова, были люди, которые отвергали воскресение мертвых. То есть они жили просто в реальном времени. Апостол Павел пишет, а какой в этом смысл? Если мы надеемся, что вера во Христа нам поможет хорошо жить на земле, то мы несчастные люди. Есть среди христиан такое учение о благополучии, что Христос верующим дает только процветание и успех. Но Библия об этом нигде не говорит. Наоборот, Библия говорит, что верующие во Христа, они будут иметь скорби, гонения, притеснения и даже смерть. В 6 стихе написано, «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Да, Слово Божие очень много дает нам практических советов по устройству жизни, как нам жить и что принесет нам благо. Но самое важное, что познание Бога ведет нас к богоугодной жизни. Исаия пишет 48 глава, 17-18 стих. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Исаия пишет здесь, что Божий путь – это путь послушания Божьим заповедям. Чем больше мы познаем Бога, тем больше мы познаем Его волю. Чем больше мы познаем Господа, тем ближе Он становится к нам. Вечность для нас – это не где-то когда-то после смерти, а вот сегодня реально наша жизнь вечная уже началась. Как только мы приняли Иисуса Христа, как только мы стали Его детьми, все, для нас уже началась вечная жизнь. Мы не погибнем, потому что мы с Господом. Познавая Его, мы приближаем только ближе Его к себе. В притче, 16 глава, 25 стих, Соломон написал, «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Можно подумать, что мы даже часто и в песнях поем, и, может быть, даже в проповедях о том, что два пути есть, да? Один путь в погибель, а один к жизни вечной. И некоторые люди думают, что ну, ложный путь смерти – это только когда человек идет конкретно каким-то таким преступной жизнь ведет, греховную жизнь открытую. А здесь Соломон пишет, что есть пути, не один путь, что кажется человеку прямыми. То есть человек живет, и он думает, что он на истинном пути, а в итоге к смерти придет. Как это возможно? Это реально, потому что это религиозные пути. Сегодня многие люди веруют, имеют веру, они религиозны, они думают, что на истинном пути, на самом деле это путь к смерти. Почему? Потому что он без Христа. Дорогой друг, кто сегодня посещает служение, уже может быть даже не первый год, а вы еще не приняли Христа, здесь Соломон пишет к вам, говорит, вы можете оказаться на ложном пути. Без Христа жизнь закончится, и в вечности вы окажетесь не с Богом. Почему? Вы все время ходили в собрание, вам нравилось окружение людей благочестивых, вам нравился какой-то образ жизни такой, но Христа вы никогда не вкусили, как Он благ, вы никогда не испытали эту радость спасения, счастье христианской жизни, вы никогда не познали Бога,
И это познание не привело вас ко спасению. Это ложный путь. И здесь Соломон об этом предупреждает. Есть опасность. Через познание Бога, через Слово Божье, Бог будет направлять наш путь в небеса. Еще раз прочитаем. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Пусть Бог благословит нас полагать основания на Слово Божье, чтобы мы проверяли себя всегда, наше основание веры, наша жизнь, основывается ли действительно на Слове Божье. И Господь тогда будет направлять наши пути, Он будет направлять наши пути к небесам, к познанию Его, к тому, чтобы Господь был к нам ближе, чтобы в вечности нам не оказаться обманутыми, что мы были не на том пути. Пусть Бог нас благословит. Аминь. Помолимся.